это всем привет! И сегодня для вас снимаю видео «Собираем чемодан». Я уезжаю уже завтра в Нур-Султан на соревнования со своей группой по танцам. Так что, если тебе интересно, то стой со мной и поехали! Вау! Я еду с таким маленьким чемоданчиком с пармиджем. Вот в этот маленький карман я уже сложила кое-какую еду. Потому что я просто не знаю, куда ее еще сложить. Та-дам! Я беру с собой чидас, круассаны, вот такие вот ручки, плантишку, вот такую штуку и еще кое-что. Кимчи и чупик. Еще мне нужно положить воду и, возможно, я возьму с собой какие-то еще чипсы, но пока вот так. Где закрылся? Вроде закрылся. Открываем большой. Опа, она тут одно большое отделение, и вот тут маленькое. Давайте заполним сразу же это маленькое отделение. Туда положу влажные салфетки, потому что, ну, они не всегда нужны. Вот такой вот кошелечек. Я туда сложила разные ластики, фломастеры, ручечки, вот копибук, это блокнотик, ну, скетчбук такой, смотрите. С этими листочками вообще я хочу купить другой на кольцах, но не знаю, успею ли я купить его. Начнем мы с обуви в таком пакетике. Я беру изики, потому что в них я буду танцевать, поэтому я их беру, белые изики. Убираем. Как-нибудь вот так. Костюм я вам свой сейчас покажу, но сейчас я его складывать не буду, потому что завтра он мне еще нужен будет. Это вот такие серые штанишки с кармашками. И зеленая кофточка, она такая широкая. Флэш. Такая вот. Но это я буду завтра одевать на тренировку, поэтому пусть лежит там. Еще как костюм у нас будет белая майка, но опять-таки у меня ее еще нету, так что как-то без нее. Я одела очки, чтобы лучше видеть, что там в кадре происходит. Я немножечко поменяла кадр, надеюсь, вас это не смущает. Если будут блики от очков, простите, я ничего не вижу. Итак, мы сложили костюм, складываем дальше вещи. И чтобы там ходить куда-нибудь в город, я беру с собой такую красненькую футболочку. Только ее нужно погладить. Но ее нужно погладить. Черные джинсы широкие из Зары. Я в них хожу тоже 24/7, они с дырками, идеальные. Я их просто вот так сложу. Хотя это, кажется, не очень вместительно будет. Наверное, я их скручу. Покомпактнее. И вот сюда их. Далее у нас идет вот такая вот еще одна футболочка, более уже нарядная. С такими вот стразами, пайетками. Она из лайма. Буду ее тоже одевать с этими джинсами. И все буду складывать в рулон, потому что так, мне кажется, поместится побольше. Беру черный свитшот на случай, если там будет прохладно. Вот такой вот, да. А в Нур-Султане обычно постоянно ветер, холодно. И вот эта вещь там нужна будет обязательно. Кстати, хотела рассказать, едем мы на поезде. В отеле я беру с собой свою любимую пижамку Victoria's Secret. Шортики. И футболочка. Кстати, у моей подруги, с которой мы будем жить вместе, у нее есть точно такая же. Вот. Из вещей это, в принципе, все. Но я вам сейчас еще покажу, в чем я поеду. Поеду я в обычных черных спортивках и в своей любимой футболочке. Мне в ней комфортно, и она черная. Далее я беру с собой вот такую сумку, чтобы ходить там куда-нибудь опять-таки гулять. Такую вот. Вот сложила свои носки две пары. Принесла третью. Ну и нижнее белье показывать не буду. Ну, вот оно. Ну и сумку я просто вот так положу. Беру с собой одну косметичку, такую вот маленькую. Но вещей в ней далеко не мало. Я беру с собой кучу кисточек. Кёллер. Ну, очень много кисточек я беру, показывать не буду, конечно.
база под макияж, и тени, подводка, бальзамы, кучу помад. В общем-то, абсолютно все, но самого основного тут нету. По типу консилера, туши, карандаши, гриби. Очень вовремя. Тут нету, потому что я этим сейчас пользуюсь, и положить пока что не могу, положу уже завтра. Надо, чтобы она приехала в целости и сохранности. Костюмы положу сюда. Ну, в принципе, с чемоданом это все. Вещей я беру далеко немного, потому что, ну, смысла нет. Я тут еду на пару дней, на три, кажется. Я не считаю, потому что не умею считать. Ну, в принципе, все. Закрываем. Я поеду в своем черном бойфере и белых кедах. Маквинах, короче. И реально он тяжелый, хотя там очень мало вещей. Ну, ладно. Вещей. Моя ручная кладь ничем не легче, чем мой чемодан. Подсаживаемся поближе. Я еду вот с этим рюкзаком, кожаным, черным, удобным. В боковой кармашек я уже положила вот такой крем. Если у меня что-то заболит, то я им намажу, и все будет окей. Еще мне нужно взять антисептик. Беру я с собой вот такой антисептик маленький. Вот этот побольше карман. В нем мне лежит расчесочка. Карты. И провод от зарядки, мне еще нужно взять вилку, но сейчас я на нее снимаю, и она мне как бы нужна. Из украшений я практически ничего не беру, только бы, ну, на мне будет цепочка и кольцо. Часы я брать тоже не буду, боюсь все потерять. Большой карман. В него я положу свой кошелек. Вот такую вот повязочку, о май гад. Вот в таком пакетике. Вон на ней лежит моя пижама. Она там со штанами, не буду ее показывать, потому что я потом ее фиг затолкаю обратно. Косметичка с уходом. Она мне такая золотая. Купила я сегодня себе новую зубную щетку, какая была. Завтра я еще доложу пасту. Беру с собой 3 тканевые масочки. Одну, чтобы делать на ночь перед концертом, одну, чтобы делать перед макияжем на концерт. И одну, может быть, дам подружке или сделаю в поезде. Беру 2 пачки на всякий случай, потому что мало ли я там буду рыдать. И одной пачки мне точно не хватит, не хочу ходить потом вся облывшая. Тут у меня 3 штучки, вот такие и вот такие. Мини-версия мицеллярной воды, тут 100 мл, по-моему. Крем для рук с персиком и умывашка с персиком. От Фруди, кстати, я еще ее не пробовала. Еще в эту косметичку, которая у меня уже полностью забита, мне нужно как-то уместить мой огромный тонер и крем для лица. Теперь у меня тут еще один влажные салфетки, на всякий случай я еще с собой возьму сухие. Тапочки я их упаковала в шапочку для головы, волос. Очень удобно, самые обычные, там, розовые тапочки, силиконовые. Тут у меня есть такой маленький кармашек потайной. Сюда я положила самое главное, это 2 упаковки кофе. Такие вот. Я не хочу лезть в чемодан за ними. Подставка для телефона, чтобы видео поснимать там. И вот такой пакетик с ватными дисками и ватными палочками. Если мне не хватит, то придется покупать. Здесь также еще будет лежать аптечка и, ну, наверное, все. Рюкзак хоть и кажется достаточно большим, но у него ничего не помещается. Ну и вроде бы как это все. А еще я беру с собой очки. В таком чехольчике я беру свои очки, потому что без них я ничего не увижу. Еще положу с собой какие-нибудь духи, но пока я не знаю, какие это будут духи. И во влоге я вам уже все конкретно расскажу, покажу. Потому что сейчас уже нету времени. Уезжаю я завтра. Мозги плющатся. Ну и вроде бы как я все положила. Надеюсь на это, что я ничего не забыла. Ну а если забыла, то, Камила, это твои проблемы. Вроде все собрала. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк, подписывайся на канал. А я тебя очень люблю. Пока-пока. Болейте за нас, чтобы мы получили хотя бы 2-е место. А теперь обложка.